Ну, такая беда случилась. Лизы чайки на 4. Ой, Лизы чайки на 7. Вот этот козырек упал на подъезд. Снег обрушился с этой высоты. Чуть не погиб ребенок. И это очень страшная история. Сейчас мы поможем, но завтра желательно, чтобы здесь были и глава городского округа автодорожный и управы, и помогли все это решить, убрать. Уважаемый глава автодорожного округа, пожалуйста, приедьте на Лизы Чайкина, посмотрите. Козырек не выдержал, упал и чуть не покалечил ребенка. Прошу вас обратить внимание и помочь.